Некто Лайф, привет. Нет. Подписывайтесь, классный канал. Привет, народ. Знаете, куда мы едем с Димой? Я показываю. Мы едем на сходку от Алексу Супер. Кто не знает этого блогера, оставлю ссылку, посмотрите. Мы, в общем, полюбили его канал за ПНП, проверка на прочность. В общем, отправляемся сегодня, 2 сентября. У него встреча на входе при воротах ВДНХ, да, в воротах встречаемся. Ну, мы, правда, опоздали слегка, не знаю, успеем ли. Примерно, что он уже там идет. Где-то весь день мы опоздали. Нет, вот один полный. Сейчас 14:18, пока еще дойдем, посмотрим, в общем, что будет в итоге. Да, Димон? Да. Ну, вообще интересно, как все пройдет. Не знаю, я за компанию. За компанию, да. Вышли. Тут что-то уже какая-то музыка. Да, уличные. Индийцы. Наверное. В общем, нам туда прямо. А здесь вот музыканты. Ну, правда, на той стороне. Класс. Мы уже подошли к месту. Но что-то пока незаметно, что тут есть, просто переходит. А здесь вот выставка. Электробус. Питается от батареи на крыше. Круто, да? Тут информация. Ну, мы сейчас уже пойдем туда, конечно. Мельку вам покажу. Вот это что такое? Автобус. ЛиАЗ 52-92. Вот там старые прям еще есть. Вот это вот интересно. Да? Вот это автобус старый. Класс. И Карус. Ну и ладно, мы дальше уже пойдем. Пойдем, вот троллейбус тоже такой старенький, классный. Приближаемся. Видите, вот рядом уже. И что тут вообще? Никого нет. Мы, конечно, опоздали на полчаса, но... Все-таки как? Где он собирался здесь делать, то, соответственно, здесь должны были, куда-то всех повел, неизвестно. Но что-то никого нет вообще. Я сегодня проверяла информацию ВКонтакте, там было написано, что да. Вон там какой-то сбор людей, пойдем глянем. Вроде бы да, кстати. Это, по-моему, это они. Ну, Алекс, он приехал, должен приехать с Андреем. Ну, вон же он. Все правильно. Ну да, это точно он с Андреем. Я даже немножко волнуюсь. Хотя мы же подошли, народу там не очень много. Вот, собственно говоря. Воруют прямо из Это не лол. Это микрофон. Да. Что, там призы что ли они раздали? Уже все раздали. А, понятно. А встреча там, да, была? А потом сюда появился? Да, мы встретились там. Отбитые школьники, Пойдемте поближе к Алексу. Честно говоря, нет. Да. Можно сфоткаться? Нет. Как называется канал? Гекта Лайф. Привет. Нет. Подписывайтесь, классный канал. Спасибо.
Можно сфоткаться? Да, можно, можно. Тем временем шоу продолжается. Спасибо, кстати, Алексу. Алекс там сейчас раздает автограф, он фотографируется. Алекс Андрей. Что там раздает? Сказали, что типа все раздал, но как я вижу, что он еще что-то раздает. Не в курсе. Мы же чуть-чуть вещей, позже приехали. Они пользовались. А? Пойдем или постоим еще? Да, ну, что, почему не постоим? Давай еще пока постоим, но тогда можно дойти к Алексу, посмотреть, что он делает. Я потерял. Вот такой процесс. А? Поплачем много школьников. Давайте посмотрим, что Андрей там все раздает. Давай. Дурацкие очки. Давай. Дурацкие очки. Из них просто вывалился. Ой, какие шикарные очки. Да. Мы не нравимся ему. Я видел какую-то изоленту. Изолента? Так это Алекса? Ну, типа, он нужна? Да. Ну, да, мне нужна. Алекс, я дам изоленту. Прям как 1 сентября. Там была одна песня, очень прикольная. Люди болеют, люди умирают. Алекс, распишись на велике. Алекс и все отступили и не отходят вообще. Все куда-то пошли толпой. Я не знаю, там не слышала, что он сказал, куда все направляются. Видимо, какой-то общий снимок, как Дима сказал. Сам Дима, я вообще не знаю, где. Он так уходит. И я вообще не в курсе, где он. Где-то здесь должен быть в этой толпе. Ты что, видела Диму? Опять он пропал. На продолжение фоток на другом месте. Это значит не общее. А, вон Дима. Да, давайте дорогу, пойдем сначала. Димоха, я пришла к тебе на сход. Что там не смешает? А тут проблема. Алекс! Я не пойму никак. Вообще непонятно, кто куда идет, зачем. К чему главное? Они же говорили. А где? Я думала, вот. Они выбирают? И как решают? Путем голосования? Камера разрядилась? Только зарядка. Понятно. Сижу тут на лавочке. А там все остальные. Да. Такая вот со стороны толпа, даже непонятно. Как бы на них все смотрят, знаете, что это за сбор, кто там. То вон Димоха помахал. Да. Что вы хотите сказать, молодой человек? Дашь еще жвачку? А? Дашь еще жвачку? Да. Вот, смотрите, опять все куда-то пошли. Все время куда-то ходят. Они фотографии. А, ну вот, вот, смотрите. Тамай? Тоже сфоткаешься. Видели когда-нибудь тотальный театр? Вот это он. Тотальный театр. Сейчас все тотально поднимаются. Для съемки. Иди, забирайся. Пугаются? Наверху который? Ну, блин, такая толпа. Иди вон встань туда, в первый ряд. Давай. Алекс там продолжает раздавать автографы. Нормально?
Смотри, тут Алекс. Мы шли, короче, думаем сейчас зайти в Макдак, взять по мороженке. Ну, знаете, мне понравилась моя сходка, интересная. Думаю, тоже надо будет как-нибудь для вас организовать сходку. Именно вот тоже в каком-то подобном месте. Я раньше думала где-то вот на Красной площади, ну, возможно, так и будет. Но это действительно здорово, слушайте, такие интересные ощущения. Смотрите, сколько народу, жесть. Мама будет рот. Ну, я, в принципе, ожидала, но стоять вообще неохота ни мне, ни Диме. Смотри, как я провел здесь. Вот все, заходят еще люди, заходят. Да, Димон, решили мы какое-то другое все-таки место пройти. Давай сейчас посмотрим, подойдем, что там у них происходит. Разошлись они или нет? Ну, по идее, да. Давай. Народ уже, конечно, разошелся. Алекс всех снимает, все хлопают. Потому что штанину не порвал. Порвали волка. Он тихо поет? Кто поет? Да он зачел опять. Ага, вот. Давай. Он вроде бы попал, да? Ну да. Наверняка. Как это работает на сходке? А, тут играет, деньги собирает. Последние фотки, типа еще разок, на Смотрите, какая классная площадка. Только там надо обходить. Так вообще класс. Столько здесь всего. Да, конструкция классная вот эта. Вот. Часовенка какая-то. Смотрите, какой классный мостик здесь находится. И как Дима сказал, здесь вместо реки под мостом течет трава, растительность. Ну, сюда не пройти, конечно. Вот красиво тут. Такие домики маленькие. Димошка уже проголодался. Я не очень, но и устал, да? Устал. Пошли что-нибудь сейчас купим где-нибудь. Жалко, конечно, что в Макдаке такая очередь огромная, но там стоять вообще не варик. Да, Димон? А нам еще идти 39 минут. Так, тут. Вообще, не знаю, сейчас идешь, вот так по пути ничего не попадается. Конечно, это же. Наверное, до магазина уже, ну, скорее всего, потому что там, по-моему, по пути ничего уже не будет. Нет, такого, где можно остановиться. Возле будет, по-моему. Да, Даллас, Даллас. Разве? Да. Где он там? Там стоит, я помню. Ну ладно, сейчас где посмотрим. Как раз мы сейчас в ботаническом саду выйдем, да? Саду. Саду. Ну посмотрим, сейчас подойдем. Классно то, что здесь такие вот домики маленькие, прикольненькие. Зачем ты свистишь? Здесь эти зеленые машины. Какие зеленые? Дома, видишь? А. Они чистят, и их здесь в большом количестве. Ну, черт, они как бы не для строения, они для чистения эти машины. Они не знаю, Димаш. Может, контролит что-то, непонятно. Может быть, охрана. О, красота. Может, эко-охрана. Там вот в других парках я эко-мобили видела, ездят.